Нет, вы не понимаете, это другое. Это называется залезть в им голову, чтобы они тильтанули. Это же другое совершенно, правильно? Это же не то, что я токсичный. Да ладно, я просто написал на изгнанный. Почему вы думаете, что это токсично? Может, я на полном серьезе думаю, что это найсган. Ну, то есть, взяла, пришла, вот так вот подловила момент, все дела. Заставила меня убегать, чуть не отъехала. Потратила смайт. В крипанах, кстати, не знаю тоже, что не хилится, да? Сейчас почти что ломать. Да я сейчас не ругаюсь на главный, поэтому вообще. Веду себя отлично. Блин, не слежу. Скинь ему, видите ли, не нравится. Даран тебе тоже не нравился, и что? О боже. Это было паршиво. Дайв. Да я даже не дайвил, я просто подошел. То, что легкий троллинг сейчас называется токсиком, я вообще помню, что меня дико бесило все, что называют токсичностью. Типа скажешь слово там какое-то, все, ты токсик. Небольшая неудача от моих тиммейтов. Не будем обращать на это внимание, поэтому. Я им подал плохой пример. Они все такие, надо играть как Сет. Ну вот, и стоило мне вот так дайвануть и умереть. Так они и решили повторить. Ну что ж. Не могу их винить. Вообще никак. Почему, если не забанят? Ну ты, вот ты видишь, что я играю на Ирелии? Вот скажи мне честно. Вот ты видишь Ирелию? Восемь лет играешь, не знаешь обилки? Да хз, что-то там крутит, что-то там какой-то рывочек. Это, кстати, называть других токсичным, это тоже токсичность. А, ну все, а теперь она даблкил делает. А все началось-то с того, что наши типы вот так вот ее на это самое. Почему я полетел вот прям вот так, хотя я стоял чуть-чуть сюда. Я думаю, я полечу все-таки вот сюда поближе и не прям под вышку. Ну что ж, эта игра вообще пошла не по плану.
почему вторую игру никто не флеймит? Потому что я нажал mute all, и я жму каждую игру mute all, потому что меня все бесят. Говорю, меня бесит на топе, ты каждый раз играешь новый матчап. Вот просто каждый раз. Вот не бывает такого, что я вот выучу какой-то матчап, прихожу и играю его. Нет, ни хрена, какие-то то Сиджуани, то Мунда вдруг ни с того ни с сего, то какой-то Триндамир, то Дариус, когда их не было 15 тысяч лет. Ну счет 3-14, я не знаю, как побеждать здесь. FF, есть галочка скрыть сообщение. Там, по-моему, нет всех, нет? Ну, Гумекс, чё, две минусы игры, замечательно. Да, что вы пришли, да иванули и все. Переходит, все убивает. Looks like I brought my fist to a knife fight. An ally has been slain. Too bad for the knives. An ally has been slain. Your turret has been destroyed. А чё грипы вообще не бьют? Не пробивают. Эффект порчи какой. Не, ну 4.22 такого еще не было. Пожалуйста, давайте все быстренько начнем просто следующую. Двое пожали, нет! Сейчас вот, сейчас опять смотрите ситуация. Мы будем потеть просто 30 минут. Лютого пота по Т3 геймингам, они будут отдавать шатдауны, чтобы потом, когда они заберут какого-нибудь элдера, мои тиммейты вышли вот сюда, вот так вот, раздвинули ручки-ножки и сказали, давайте, берите нас, мы готовы. Это этот, Chains. Настроение поднимается, даже если стример проигрывает. Как мило. ПФК? Ничего себе ты делаешь. First time rail? Или там стоит просто кто-то рядом?
Я хоч шарт забрав. Тут. Тихо, спокойно. И музычка мне прям вообще тишина. Милота. Блин, еще раз мне банят в Ирку, я иду в лес или куда-нибудь, или на АДК. Серьезно, так надоело. Диану убью, она 3-1-0. Не факт, но можно попробовать. Блин, и она решила дайвануть, слышь ты. Моя! Нет, не моя, понятно. Чат, как вы думаете, камера роль лучше? На ком лучше все получается? Нет, ну очевидно, что надо камера. Тут просто матчапов дофига не знаешь, не знаешь, как действовать. Че, подеремся, нет? Не, ну то, что можно ливать и не получать штрафы, это, я считаю, вообще неправильная система. Слышишь, ты там мид сливал свой, пришел на фидел, вот уходи. Комментатор с саппортом? В смысле с саппортом? Сколько игр на саппорт сыграл? Почему говорит с саппортом? Я играл только на Сене и чуть-чуть на Пайке. Каким саппортом? На медузке, не, на медузке-то я... Недавно из Сильвера вышел на Ирели. Боже, они все... Где они были все это время? Ммм. 200 лет разработки клиента. Ну, подождем, когда он загрузится снова. Ой. Райтам надо функцию перенести все свои скины на новый аккаунт. Сколько бы вы РПшек за это отдали? Неправильно с тем чем, что кого-то не может найти себе еще одного тиммейта в конце нормального для 2 на 2. Так, еще раз, если Ирку забанят. Выбираю топ и бот. Смотрите, сейчас по закону безобразия меня кинет на бот. Если Ирку банят, то был дотку. Не, вчера пока в дотку, вчера было хорошо. Не, Ургота я не люблю. Или Тима. Не, надо придумать. Куда мы пойдем? В лес или на АДК? Если забанят. Если не забанят, то все окей, то будем катать. В Сильвере можно играть кем угодно и радоваться. Можно на любом ранге играть кем угодно и радоваться. Нет? Какая разница? О, Джакса уже забанили.
Есть система платного поднятия ELO, перекидываешь акт сервера на сервер, сливаешь максимально промо. Так как это промо, то MMR будет сохраняться. Чего? Что за дичь я только что прочитал? Скидываешь так до комфорта, а потом просто на high MMR получаешь сверх ХП за игры? Чего? Есть переводчик на человеческий язык. Привет, Зерк, давно не видел твоих стримов, даже думал, что ты с ними завязал. Спасибо Твичу, что рекомендовал тебе снова начну наслаждаться контентом. Спасибо. Мне кажется, всего бы этого не было, если бы ты просто не отписался от канала, там, или не знаю, или что там, или ты забыл аккаунт, или что. Но рад тебя видеть, спасибо. Не, вот эту вот махинацию вообще не врубил, если честно. Это от создателей. Мне меньше дают за вин и больше снимают за луз. Значит что? Значит, я возьму и начну сливаться 20 игр подряд. Я улечу в бронзу. Но зато мне будут давать теперь поровну. Как я обманул систему, а? Стримишь 5 плюс лет минимум 3 раза в неделю. В среднем 5-6 раз. Регулярно заходят люди, которые говорят, что ты куда-то пропал. Что думали, что завязал. Да я вообще практически каждый день, если посчитать, сколько часов я стримил за все эти годы, там будет, что каждый день по 8, по 9 часов, как будто. А у меня Кейл, да, на топе все-таки? А это Set Support? При переходе сервера на сервер заново надо проходить промо. При играх в промо MMR не изменяется. А кто сказал, что MMR не изменяется при играх в промо? Объясните мне. Откуда такая инфа? На YouTube чаще, это да. А в чем обманка? Это ты, получается, будешь как в Smurf Elo, нет? То есть у тебя будет MMR высокий, и ты будешь играть со смурфами, по сути. И в чем плюс? При Diamond MMR играть в голде, и тебя будут подбирать тоже с Diamond MMR. Так а в чем суть? В чем плюс? При победах плюс 30 теряешь минус 10. Несколько лет назад ты был только на Ютубе, а когда что случилось с твоим аккаунтом, мы тебя потеряли? Когда я был только на Ютубе, я никогда не был только на Ютубе, я всегда был только на Твиче и при этом постил на Ютуб. Потом у меня аккаунт угнали, это было год назад. Но я его вернул и написал везде, что я вернул его. Блин, я не знал, что людям так тяжело следить. Так, я не помог Вега, он, надеюсь, это не будет злиться на меня. Я забыл об этом. В любом случае делаем ютол.
which form has a name known only to the dwarf. At least that's what Emil said. Серьезно? Не хватило рейнджи? Ладно, она решила отдаться все равно. Блин, он уже прибежал все. Где бешеный пёсель? На краба схожу, может быть, он там есть. Блин, что-то дела так себе. А, зря это придумал. Этот не пришел. Да, он меня убивает. Он пришел четвертым. Блин, то он быстро так насобирал все. Вот я умею усложнить себе. Ладно, там пачка идет в мою сторону, буду сейчас скилл убивать. Фигово, если будет варвик убивать всю вражескую команду. Кажется, я создал монстра. Пластинку хотя бы заберу. Так, ну мы взяли дракона. Дота лучше. Ты пришел, чтобы это сказать, серьезно? Спасибо, что поделился с нами такой важной информацией. Короче, куплю тапок и клинок. Блин, 2 кило это, конечно, 2 кило. Я на фейле, мне надо было сначала прыгнуть после ульт... Блин, да что же я сделал? Не знаю, почему я сразу стан прыгнул, надо сначала прыгнуть, потом дать стан. Я не ожидал. Мне еще ультап. Но даже ульту не заюзал, прикиньте. Да почему ты меня бьешь постоянно? Хватит уже. Он лучше. Да вообще все лучше. Может мне... Хотя нет. You do not know burden until you've seen a thousand people hanging on your every word.
Так, варвик синим, 5-1. Как вообще дела? Почему там С2-0-3? Ну, наверное, мерки надо брать. Жесть, чё, чуть не отъехал. На Ирели, чтобы пушка не уходила после применения. Добивать крипа. Я вот вроде ее убил два раза, но тут пес недалеко. И он вроде знал. Ну там стаки есть. Ты должен дать обилку герою. Если ты поражаешь героя обилкой, то ты накладываешь стак. Но это именно ультой или станом. Варвик здесь. Так, ну я могу ботер купить, сбегаю, куплю тогда и вернусь. Там он пока это все откушает. Он старается не наглеть, смотрю. Варвик седьмой. Да, ну под башню уж не прыгну. Но он был просто 5-1, и у него на 10 крипов меньше, чем у этого. У нас Виего сейчас перехватывает инициативу на самом деле. Ирелия мейн прыгнул бы под башню против Варвика. Все домой, челики. Три, два, два. То вот такие варвик жесткие, не лезьте. То Ирелия Мэйн прыгнул бы под башню. Да что вы говорите? Обожаю чат. Вау. Вау. А что так больно было? Чиву? Чиву? Она мне просто две авты до... Блин, что-то прям... Я не ожидал. Привет, да, стримлю. А, это мем. Сам про плеерс, вот где-то пентахер. Single pebble may sink a warship. Thousands.
Воу, не играл полгода, как бывший реалимейн. Могу подсказать неочевидные механики? Какие же неочевидные? Не, ну давай. У меня просто на КДР все, поэтому я не буду с ним драться. В любом контроле нельзя. Что с графикой? Как так же сделать лол? Вот так. Есть еще что-нибудь? Фига у нас Калиста. Мне просто обычный Ивалес не особо нравится, мне он кажется очень тусклым, таким серым. Ну так, а есть еще какие-то приколы про Ирку? Такой сказал про Ешку и все. Мы как бы тут сидим, ждем. Ставишь первую Ешку, получаешь танк, кидаешь вторую, что получается там в ответ. Блин, ты все это время писал? А если у него стана нет, что делать? С планшетом? Уже нельзя. Хорошо, есть еще какие-то приколы, кроме этого? Кибербуллинг пошел? Да никто не буллит. Просто так вышло, что мы уже сказали, что не работает, он там еще пишет. Это просто забавно. Там сет такой сзади идет. Блин, ну я даже не знаю. По-моему, она не ожидала такого. Я, честно говоря, тоже не ожидала такой вдруг шлеп. Ее нет. Блин, у меня ухо чешется, надеюсь, меня не заганкают. Я сказал, полгода не играл, в топ по героям тебя тоже так и не продлевает. Я знаю, в выгоднее, потому что у тебя пушка от уровня бафается. Но не все так делают. Чоби вроде так делает.
Я бы сказал, что я не настолько уверен в своих кушках, что я их прям мега идеально дам, чтобы так играть, потому что так у тебя КД будет аж там 9, там не 9, там по-моему 11 секунд. Ну и типа если ты вдруг мяснешь, то тебе очень долго надо будет бегать туда-сюда, чтобы давать. Ну так не мисай. Это вы смотрите билды для прогеймеров в серебре, они не работают. Так же должны отвечать типичные челики из чата. Где там Адуан с этой фразой? Смотрите, как там прогеймер, у них там своя игра. Именно таким голосом, именно. Ой, я бегу к вам, типа, я не знаю, бегу. А как Кел еще умудрилась уйти оттуда? Можно прятать Ешку в кушке. Короче, чел, расскажу прикол. Ирелию реворкнули. Ты, наверное, будешь в шоке, но это правда. Ну стой. А, не сдались. Не сдались. Ну мы прям изи. Изи катка, изи. Я только не ожидал, что будет дэмэдж, да, такой большой. Just report all. Там, в общем, челы помогите купить микро, зайдите на стрим, задонать, и успехов тебе. Че, ты представляешь, что с твоей кармой будет вообще после такого? Я его даже не хочу представлять, если честно. Тогда лучше не буду ничего подсказывать. Нет, ну спасибо. Ты старался. Просто сейчас, да, ревор был. Карма скажет, что Декадив пойдет видеть. Так, у меня лост пик, но будем надеяться, что получится пикнуть. Это была реклама для грязных ансабов? Ну не все же грязные, как ты. Некоторые за собой следят, некоторые чистенькие. Хотя в такую жару это трудно. Блин, ребята, я вчера смотрел дотку на стриме. После того, как я достримил, я сидел и я смотрел, как Уман играет в 87-минутную игру. Потому что она была такой интересной, я не мог вырубить. Это был такой эпик.
Так там чел буквально говорит, блин, я весь мокрый, мне жарко, короче, сейчас, пацаны. Он ставит паузу, чтобы сбегать в душ. Вы, лолеры, можете так сделать? Нет? Вот и все. У меня рынок. Чел мне сказал, что у меня 25% винрейт на топе. Похоже на какой-то бред. Раньше Реник не был контрпиком. Сейчас посмотрю, как челик стоит, что он берет на первом. Не, он берет кухан и... прыгает и дерется с ним. Интересно. И проигрывает. Понял. Понял. Как во время драфта чекнуть джаки тиммейтов, скачать Professor. Приложение называется. Ну, а потом она его убивает, кстати, в пачке крипов. Не, смотрю, она качает пушку и такая ку-ку-ку. Я мутаю всех, потому что вот этот вот... Чел, почему у нас на топе челик, у которого на топе 25% винрейт? Вы хотите такого нытика в команде видеть? Вот, хорошо, что он хочет... чего он хочет добиться этим сообщением, в принципе? О, ребят, смотрите, у нас топ 25% винрейт. Это полезная информация? Чем она полезна? Ничем. Во-первых, это неправда. Я более чем уверен, что это неправда. Мы чем, что ли, в кусте? Фига он смахнул. Хоть все токсики. Ой, здесь так вообще. Левел 2 ганг, да? Что вы? Да что вы? Не, ну реально, если даже просто подумать. Если бы у врага был такой челик, можно было бы сказать, у него мало винрейта, у него надо там, в общем, попробовать его поганкать.
Но нет. Кстати, у нас в команде Рексай. Некоторые будут рады его видеть, наверное. Особенно после вчерашнего. У меня такое ощущение, как будто он задинать хочет. А, ни хрена ж себе он. В смысле executed, серьезно? Неожиданно. Опять же, против Реника особо не стоял. Не, он меня просто убивает. Почему дуо? Нет никого, кому я могу доверять. Иногда лучше с рандомами, чем со своими. А как же Инна? Вы что, серьезно думаете, я доверяю Инне?